Сегодня мы проверим результаты наших испытаний многочисленных с специальной программой, которая есть на сайте D-Link. Также, используя ее, вы можете рассчитать условия наилучшего покрытия в вашей квартире или офисе. Планер. Подсказка. Переходим. Начать работу. Начать работу. Так, мы уже предварительно зарегистрировались. Выбрали продукт. Так, вот наш план. Загружаем. Заново. Добавить проект. Новый. Confirm. Подтверждаем. Добавить. Здесь выбираем план нашего помещения. Где же наш план? Похоже, вот он. Да, он. Предварительно нарисовали план в приблизительном размере. Так, надо назвать комнату нашу лабораторию. Confirm. План загружен. Теперь нужно определить его размера. На глазок строим линейку одной стороны. Мы думаем, что у нас 9 метров. Confirm. Подтверждаем второй стороны. Ну, приближенно 6,7. Confirm. Итак, размер мы получили. Точнее говоря, программа получила. Теперь рисуем Wi-Fi зоны. Я так понял, внутренние. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Так, зоны нарисовали. Теперь давайте выберем стены. Не знаю. Будем думать, что несущие стены у нас 12 дБ. Раз. Два. Три. Четыре. Окна пропускаем. Дверь. Стена, окно.
Но тут, конечно, не всегда у нас размерчик. Стены. Ну, возьмем стены потоньше. 8 децибел затухание. То есть все. Авторасчет. О. Поставили роутер посередине квартиры. Тестовую лабораторию. Получается, в коридоре все прекрасно. В коридорах даже. И в одной комнате. Угла. Все остальное отдыхает. С другой стороны, это лучшее расположение роутера. Так, да. А как тут выбрать? Свой access point. Так, выбираем какую-то точку. И ставим там, где она у нас стоит. 2,4 гигагерца. Поставили. Что-то надо нажать дальше. Если посмотреть на предыдущие результаты, то на предыдущих результатах лучше. Ну, наверное, так. То есть в одной комнате у нас все летает. Результаты расчетов полностью совпадают с нашими многочисленными измерениями. То есть мы можем доверять данной программе. В коридоре за дверью, да, мы замечаем, что у нас все хорошо. И в одной комнате более-менее ничего. На кухне совсем все плохенько.